В этом ролике я вкратце расскажу вам об одном из самых ожидаемых и желанных смартфонов начала 2021 года. Рад представить Redmi Note 10 Pro. Начнем с того, что в Note 10 Pro установлен космически шикарный дисплей. Это AMOLED-матрица с поддержкой 120 Гц и максимальным порогом яркости 1200 нит. А это больше, чем хотелось бы даже представить. Сердцем этого элегантного на вид джентльмена служит мощный и уже хорошо зарекомендовавший себе чипсет Qualcomm Snapdragon 732G. И это вкупе с быстрой встроенной памятью, так что за производительность не можно даже не переживать. С Note 10 Pro можно в принципе ни за что не переживать, так как в нем есть все необходимое: и защита от попадания влаги по стандарту IP53, и стереозвук, и 3.5 джек, и ИК-сенсор, и даже NFC. Отдельно хотелось бы рассказать про автономность. Аккумулятор на 5020 мАч вкупе с энергоэффективным чипсетом дарует ощущение стабильности и уверенности в том, что смартфон не сядет в нужный момент. На 2 дня точно можно забыть о зарядном устройстве. Кстати, и вспоминать о нем придется ненадолго, ведь он поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт, а это от 0 до 60% всего за полчаса. Ну и несмотря на то, что он невероятно автономный, производительный и обладает внеземной красотой, в Note 10 Pro сделали огромный упор на фотовозможности. 4 модуля камеры основного блока, основной из которых с разрешением 108 мегапикселей, потрясающая детализация и естественная цветопередача с ним обеспечены. Вот такой он, безупречно красивый, автономный и обладающий всем необходимым, прям как инспектор-гаджет, Redmi Note 10 Pro.